Так, ну что, всем привет, вы на канале Phantom 495, и сегодня у нас обновочка вышла только что в Бравле. Сейчас посмотрим, что тут интересного добавили, посмотрим, может быть, откроем сундуки, не знаю, пока что обещать не буду, разберем сейчас на месте. Вот, поэтому подписываемся на канал, ставим лайкосики обязательно, сундуки будем обязательно открывать, как минимум на 30 уровне Brawl Pass. Но знаете, что есть очень-очень-очень печальная, печальнейшая, прям офигеть какая печальная новость. Если это правда, сейчас мы проверим, правда это или не... Ой, подарок мегаящик, ничего себе. Если это правда, то уменьшили шанс, фиксированный шанс сделали на выпадение легендарочки. То есть сейчас шанс 0,200, короче 0,25, что-то около того, я точно не помню точную цифру, но донесусь. И нет, смотрите, это дезинфа, вот собаки, короче, ВК кинули дезинфу. Шанс остался... таким же, и это очень радует. Давайте по-быстрому пройдемся по новостям, все-таки почитаем нормальные новости, да, потому что это я в ВК увидел случайно. Вот, поэтому, возможно, здесь такого и не было. Просто какой-то, не буду говорить матами, да, просто какой-то хороший человек вкинул такой вот вброс. Так, давайте посмотрим. Давайте, это все я читать не буду. Клубы, лиги, сезоны длится неделю, та-та-та. Это все очень интересно. Матчмейкинг приходит на основе региона клуба, та-та-та. Участники игры, та-та-та. Трофеи, это все мы знаем, это все мы в снэкпиках видели. И, кстати, если хотите, смотрите, у меня снэкпиков никаких нету. Я имею в виду смотрите у официальных ютуберов, хотя уже смотреть смысла-то нету, потому что уже все и так вышло. Так, конец сезона рейтинга, та-та-та. Монетки, эксклюзивные скины, значки огромного всего, елки-палки. Баланс, кстати говоря, лолу фиксят уже. Жалко, но не сильный фикс, такой уже прям другое. Тактильная дача, приносение урона, кстати, что-то интересное, значительное изменение визуальных эффектов, нет, это ошибки. Все, это, короче говоря, какой-то говнюк. Просто решил набздеть в комментах, чтобы, блин, немножко поругали суперселлов. Давайте я прямо сейчас даже напишу в дискордике, что это дисинфа. Все. Чтобы меня никто не обвинял, если что. Так, 5 предметов, кстати говоря, подарочный мегабокс 5. А, это же сейчас на каждого персонажа. Серьезно, да? Это же сейчас на каждого персонажа будут падать очки силы и вот эти вот хрени. Новые, как они там называются. Ну хорошо, давайте 5 предметов открываем, смотрим, что у нас там. 13, это 3 интерес. Просто, это просто жесть. Это же сколько. Это же сколько нужно сейчас убивать очков силы, копить и открывать. Это жесть. Это жесть. Вот я, как человек, у которого фуловый аккаунт, я вам. С полным серьезом сейчас заявляю, что это просто трындец. Ладно. А вдруг нам сейчас 5 предметов, что нам не выпадет? Я ожидал, что нам вдруг сейчас все-таки выпадет моя недостающая лего, которая называется, не помню как, как-то там на 3 буквы она называется. Вот она, называется МЭК. Короче говоря, давайте смотреть, что здесь такого. Во-первых, добавили вот эту вот штуку, которая называется... Гирсы ее, короче, называли на снэкпиках, я не знаю, снаряжение, да? Насколько я знаю, если сейчас тыкнуть на этот замочек... А, это ж надо лучше, чтобы открыть первый гирс, да? Бом может стать сильнее, используйте, да, это надо до 10 силы кого-то улучшить. Кстати, насколько я знаю, первый раз улучшается бесплатно, да? А кого мы будем улучшать? Давайте, смотрите, давайте сразу подумаем с вами, кого мы первого улучшим. Я бы улучшил, наверное... Честно, без понятия. Блин, ну давайте Шелли, а чё нет? Шелли, смотрите, Шелли у нас стартовый боец, Шелли у нас имба, давайте Шелли. А, нифига, не хватает, блин, так а почему 0-то стоит? Это баг или это так должно быть? Здесь, по идее, должно стоять циферка 1800 там с чем-то, 1875, если не ошибаюсь. Ладно, короче, фигня какая-то происходит. Давайте смотреть, что тут. Лига клубов. Играй за свой клуб и зарабатывай уникальные награды. Начало столько-то подробностей. Лига клубов, да-да-да, нажмите для продолжения. В каждом сезоне участвует 8 клубов. Нажмите для продолжения. 3 дня событий. Стань частью клубной команды. Да, понятно. Игра по билетам, зарабатывай трофеи. Значит, больше трофеев, значит, больше очков. И я не успел, в конце недели ждет награды монеты клуба. Используй монеты клуба для покупок в магазине клуба. Короче, ясно. Дальше. Все? А ёлки-палки, я думал, там что-то еще покажено. Ну и чё? И чё дальше? Все что ли? Получается, нам сейчас нужно выбить дофига очков силы. Соответственно... О! Лига клубов. Открыть, к сожалению, нельзя, да? Только вот эта вот инфа... Ага. Вот так вот даже, да? Понятненько. Только вот такая вот инфа доступна. Получается, что сейчас будет доступна только гемы, броуболы и поимка, да? Если я правильно понимаю. Хорошо.
Окей. Ну, как-то так, я даже не знаю, что еще показать. Блин, вкачивать сейчас аккаунт я пока что не хочу, потому что я хочу смотреть что. Я хочу дойти до 30 уровня. Сейчас у нас какой уровень? 25, да? Я хочу дойти до 30 уровня и потом уже открыть сундучки, если мне ничего не выпадет из лека, конкретно Лола, вот эта вот дамочка, да? Если она мне не выпадет, то я уже буду покупать Brawl Pass и снова открывать сундучки, соответственно. Или можно же все-таки попробовать сейчас открыть. Сколько у нас вот просто на синоне сундуков? Один. Давайте один откроем, фиг с ним. А вдруг нам сейчас выпадет этот, как его, перст новый. Нифига. Блин, просто не хочется тоже их открывать просто так. Причем очков силы очень много нужно. Очень. А сколько надо? 890. А у меня сколько на... Ну-ка. Ой, не сюда. 75 здесь есть. 175, 275, 775, это много. Блин, короче, это будет печально, 775 в этом сезоне и в этом вообще нету, да? Печалька. 775 получается, а нужно 890, это просто жесть. Это просто жесть, я считаю. Это просто жесть. Это сколько нужно золота? У меня 115, а прикиньте, надо где-то 200к, чтобы это все полностью вкачать. Плюс повыбивать эти гирсы. Плюс очки силы заново выбивать. Я, конечно, знаю, что с клубных войн этих будут, будет возможность покупать очки силы, но все равно это очень долго. Так обздец, как долго. Но зато у меня появляются сейчас новые цели, и, возможно, стоит чутка поиграть. Почему бы, собственно, и нет. Либо у меня еще есть такой вариант все-таки. Давайте мы все-таки забьем, наверное, на Лолу. Я куплю Brawl Pass. И мы с вами прямо сейчас пооткрываем сундуки. И попытаемся выбить Мэг. Как вы считаете, да? Я думаю, что неплохая такая идея. Да, мы так и сделаем. Давайте, мы сейчас, короче говоря... Открываем сундуки, которые у меня есть. Что будет, то будет. Пофигу. Пофигу на эту Лолу или как ее там. Все равно она у меня будет, как бы я куплю Brawl Pass в любом случае. Мне сейчас нужно тогда выбить Мэг. Я хочу сейчас выбить Мэг. Пожалуйста, Мэг. Очень прошу тебя, Мэг. Выпади мне, пожалуйста. Очень я тебя... Если мне сейчас выпадет Мэг, то будет просто замечательно. Я тогда остановлю открытие. И попытаюсь потом еще выбить Лолу. Шанс был 0600. С копейками. Сейчас мы откроем эти сундуки. Потом перейдем на тот Brawl Pass. И откроем следующие сундуки. Пожалуйста, пожалуйста. Давай, давай. Как ее там зовут, Мэг? Выпадай, пожалуйста. Что-то пока что не густо. Но зато мы сейчас, смотрите, что наделаем. Мы сейчас скачаем кого-нибудь, возможно. Опачки, Мэг! Ёпарасоте! Ну неужели? Ну неужели хоть какая-то хорошая новость мне с обновой пришла? Это замечательно, товарищи. Ой, прошу прощения, я сейчас еще голос сорву для кучи. Будет вообще просто офигенно. Это жесть. Зачем я кричу, скажите, пожалуйста. Кричать больше не нужно, хорошо? Фантом, не кричи, пожалуйста, больше. Так. Все, голос, сука, бздец. Голос у меня садится. Фантомчик больше говорить не сможет. Так. А где она? Тогда, блин, этот видос просто превращается в что-то офигенское. Мы тогда сразу ее вкачиваем. И я тогда сейчас собираю 30 левел. Так, Brawl Pass, и попытаюсь открыть сундучки, а вдруг мне выпадет, как ее зовут, блин, как она называется, Лола, вдруг мне выпадет тоже вот так вот сундучков, будет просто с ног офигенно, просто будет офигенно. Все,
Эти сундуки я не трогаю. Мы сейчас переходим вот сюда. Сколько у нас? 25, будет 30 сундуков. А если повезет, то будет просто офигенски. Я тогда накоплю гемов, я тогда выбью лол. Ну блин, это уже слишком жирно, возможно, будет, но. Но зато будет очень круто. Так, где она? Елки-палки, вот она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. 7 всего лишь, да? Блин, плохо. Ладно, пока что мне 7 хватит. Давайте-ка один разок. Блин, видео очень сильно затягивается, это просто жесть. Но ничего страшного, мы сходим один раз. Надо было в Shadow Plus пойти, ладно, ничего страшного. А в Shadow Plus штольно, так что ладно, лучше надо на штольно. Погнали, посмотрим, что это. Как ее зовут? Блин, конечно, перс. Такой себе. Перс прикольный, но ее фиксили, вот в чем проблема. Вот видите, в чем проблема, блин. Не знаю, такой себе перс, конечно, сейчас. Раньше это было намного круче, спокойно. Ну вот видите, это просто фигня, меня бот даже сейчас убил. Она дамага наносит просто 0 без ульты. Не способна, может, кстати, на что, убивается на изи. Контрится, я думаю, что абсолютно всеми сейчас. Была имба, стала фигня. Короче, вот как-то так, как всегда, в принципе. Когда уже перса фиксят, он мне, соответственно, выпадает. Вот. Вроде как, короче, я даже сверх нормы сейчас обозрел, да, то есть все посмотрели мы с вами, вроде как все, если я не ошибаюсь, я ничего не упустил, ну, по крайней мере, не должен был упускать. Все посмотрели, все обозрели, все объяснили, ждем кланваров, будет, надеюсь, видосик с кланварами, я пока что иду апать мэк на 750 по стандарту, больше мне нафиг не нужно, потому что спасибо, скажем, тиммерам за то, что больше я не апаю, вот. Все. Видосик так затянулся, всем спасибо за просмотр, кто подписывался, кто лайкосы ставил, кто досмотрел до сюда, вообще отдельный респект. Всем до следующей серии, всем пока.